И, друзья, Вован с вами, и мой брат с вами, брат, поздоровайся, Владос, Мирос, 228, как узна! Всем привет! Пожарь котлет, сегодня будет выживание в Майнкрафте. Давайте убьем овцу, что ли, я не знаю. Ну, блин, нам надо с тобой же носить жилье, ой, спать где будем, да, ведь, правильно? Правильно, правильно. Ну вот, давай. Давай это, что ли... Нарубим дерево рукой, вон у него уведомление приходит из Вайбера. Там распродают, что-то распродают, наверное, кокосы по дешевым ценам. Ты чё ржёшь, на двери стоишь? Ты снимаешь? Да, конечно. Ну, типа... Санечка, ты снимаешь? Ты рассказываешь о том, что вы будете играть в таком красивом виде, подмышка. Давай, нормально все. Все, так в смысле, и че? Кто заказывает? Я вообще-то без веб-камеры. Но, ребята, давайте играем дальше, нас тут отвлекают немного. А ты где? Я вообще тебя потерял. О, привет. Привет. Давай, валим. Закрой дверь, пожалуйста. Чтоб маму не спалила. Иду после гулянки домой. Ну давай. Так, ну че, я думаю, на сегодня, на серию нам надо построить дом и что-нибудь найти. Я уже добыл 10 досок. Он уже добыл 10 досок, я тоже немного. И один саженец. Я верстак сейчас сделал. Все. Вот ты. Я пошел сломаю тростник. А я пошел металл. Ой, эту. Короче, палкой сейчас буду ломать землю, чтобы добраться до этого. До кирпичей, до камня. Да ты, ну отойди. У тебя кирка есть? Не прыгай, да. А у тебя палка сейчас в руках. Да. Инвентаризация Майнкрафт какая-то, что-то там. Инвентаризация. Изготовление верстака. А, это. Ачивки, нарубить дров, да, ачивки, нифига себе, люди, вообще красота у нас, вон ачивки. Пора в забой этим, потому что это увели кого-то там. Ну давай, валим. Хоп. У меня хоп. Есть одна шерсть и 40 досок. Ну, неплохо. Так мы можем дома сделать вообще вот так вот в пещере, прорубить себе и все. А как мы будем потом замечать, где наш дом? Так у нас везде может быть дом. Где прорубил, там и дом. Ну, просто хотя бы надо что-нибудь сделать такое хорошее. Ну, тогда давай вот здесь вот у нас будет ставить верстак. Так, ну, сейчас я... Я тут вот наламываю уже. Ой, ну, в смысле, собираю, короче, камень. Чтобы какую-нибудь там печку сделать, например, если металл найдем. Я сделал кирку. Как-то темнее, по-моему. Камень. А ты переставил? О, я овцу нашел. Сейчас пойду овце по башке. Тут волк. Я волка трогать не буду, но пойду овце люлей, да. На, овца, на, барашка. А, это ли баран? Ну, короче, неважно. Оп, все еще есть. Мясо. Хрюшка есть, но я думаю, мы пока есть не хотим. У меня есть одна баранина и... У меня тоже. Пойдем, побежали куда-нибудь в другое место, забирай верстак. Ты что, я ж тут начал обустраиваться. В натуре? Да. А, ну ладно. Давай тут поживем. Так а что жить? О. Так а у нас ни факелов, ничего, надо вниз тогда копать. Иди наломай дерево. Зачем? У меня есть дерево. Тебе надо? Я его смотрю. Надо больше просто. Нет, 8 дерев. Вот я тебе выкинул. Сейчас. Подбери их пока, чтобы они не пропадут. Так они не пропадут или пропадут? Ну, с небольшой вероятностью, наверное. Ну, я не знаю. Ну, короче, все, давай вот так валим, короче, все. Вот это вот. Ну, я вот сейчас вот в темноте, правда. Сейчас сделай печку. Ты? Нет, ты сделай печку. Так у нас даже... А я сделаю факела. У нас нечем топить. А ты что, уголь нашел? Нет. А, с дерева? Да. Ну ладно, все, я... Ну-ка, я побежал. Так, тут что-то скучно. В общем, там... Это... А, устроюсь, да? Да. Наверное, так, сейчас сделаю даже расширение. Так, печечка есть. Так, пускай живет. Все, древесный уголь есть. У нас сейчас в результате получится. Ой, песок нашел, песок, песчаный биом, или как там называется? Так, короче. А я сделал сундук. Привет, корова. Я тебя не буду трогать, ты добрая. О, ник видно, прикиньте, ребята, ник видно.
Ставьте так, лайки, сейчас... чешите яйки. Чё? А? Сейчас сделаю. Согласен, согласен. Проход. Проход. Полный проход. О, нифига тут. В поисках Амаз. Свинка к нам зашла, убивай её. Да не, пускай живет, не трогай. У нас есть мясо, не надо. Как мясо, кстати, не портится, вообще не понимаю. Ой, я не буду тут ломать стену за сундуком, за этим ничем не ломай. У нас тут как бы получается как квартира, как комнаты. Так, я пока киркой обычной делаю проемы. Как это, как истинный, этот, как его зовут? Да, Джонни Тест. Так, мне надо, блин, еще... Прости, свинка. Да не надо, говорю, не тро... А, ладно, я еще не успел убить. Ну, ты не надо. За... А, что, сейчас буду делать. За что люлей дал? Вообще не понимаю. Хоп-хоп-хоп. Смотри. Опа. Хоп-хоп. Опа. Вот. Ты где там у нас? Да ничего, нормально все. Я платки выкинула. Куда? Добра. До ЖВК хотела. Хоп-хоп, валим-валим. Короче, вот такая вот у нас однушка. А, двушка даже. А, нет, однушка. И есть свинья. Ну, у нас нету шерсти. Ну, ничего страшного. Что тут вот есть в сундуке? Ничего, сундук не положил. У меня блики. Че, почему? А, земля. А как положить сундук-то землю? Открой сундук, так. Так я... Вот. Возьми. А, вот так надо? Да-да-да. Фига себе, красота. Ну чё, вот на такой ноте будем заканчивать. На сегодня по Майнкрафту! Всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока-пока.